Пока я в Мюнхене, я видел, что в Киеве вышло еще больше людей, гораздо больше, чем 10 декабря, когда я был в тюрьме. Я хочу поблагодарить каждого, кто вышел. Просто на экране я видел по Фейсбуку, какие это светлые лица, какие хорошие люди, какие просто чудесные, интеллигентные активисты и просто неравнодушные граждане. И я никогда не забуду вашу солидарность. Я все сделаю для того, чтобы быстрее быть с вами. Сегодня был большой успех, несмотря на то, что они перекрыли все станции метро. Там глушили связь, я не мог даже выступить по скайпу. Там устроили какую-то чушь на Крещатике с этими своими елками, прикрывшись светлой памятью героев. Мы сегодня увидели, что реально они очень слабы. И у нас есть позитивная программа, и главное, много хороших людей сошло вместе. Это были, на улице было много-много десятков тысяч потрясающих украинцев. И так по всей Украине. В 26 городах вышли люди. Приветствую всех. Мы победим. До перемоги, до нашего спільного успеху. И слава Украине. Дякую всем.